Всем привет! Мы на канале Своими руками. Сегодня я решила заняться алмазной вышивкой. У меня есть вот такой набор. Я уже начала работать. Клеится очень легко. Пленочка убирается и обклеивается. Отклеиваем все по номерам. Все цвета внизу указаны. И символы, по которым можно их найти. Пленочку убираем, и там у нас идет клейкая основа. И таким образом мы прилепляем. Все делается очень легко и быстро. И так продолжаем работу. Ну, хочу сказать, что в наборе, в общем-то, все цвета есть. Хватает достаточно. Но все-таки одного цвета мне немного не хватило. И вот я решила заменить другим здесь цветом. Не хватило цвета под номером 3. Ну, как мы видим, я довольно много уже здесь все сделала. Осталось долепить вот основу, фон, так сказать, и вот здесь местами. Сейчас я леплю под цифрой 5, затем буду под цифрой 6, ну и под цифрой 7 и так далее. Вот получается такая у меня картинка. Итак, я почти все закончила. Осталось совсем немного обклеить одним цветом. Это под номером 15. И работа будет готова. Итак, я закончила работу. Осталось теперь только сделать рамочку. Такая картина подойдет для детской. Такое занятие вместе с детьми проводить интересно, очень увлекательно. Такая картина будет напоминать, что вы когда-то работали вместе, и украшать детскую. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами.